Дагон обещал плохотнику слить Кишневе и сделать Сильвию Раду примар. Взамен демократы не выдвигают кандидатуру Бельцах, и как бы весь админресурс, налоговая, полиция, Реднор, Четнорд, телеком, паспортные столы и так далее работают на Александра Усатова. Примерно полторы недели назад, значит, Игорь Дадон обратился к Плохотнюку и передал ему несколько предложений. Значит, предложение номер один. Снять и в Бельцах, и в Кишиневе обоих кандидатов с выборов. Проиграть выборы сегодня в Кишиневе и в Бельцах, это подорвет очень сильный рейтинг партии социалистов. А когда кандидатов снимают, Дадон говорит, вот вы видите, я боролся с олигархами. Он это рассказывает вам полгода до выборов. Он это рассказывает внешним партнерам, как его олигархи боятся. Поэтому Дадон допускает ряд нарушений. Ряд нарушений, за которые, ну, реально должны снять.